В Таиланде установили новый рекорд Гиннесса. В одном помещении синхронно сделали тайский массаж рекордному числу людей. Ровными рядами выстроилась 641 пара. Сеанс продолжался 12 минут. Это достижение одновременно ознаменовало открытие ежегодной медицинской выставки в Бангкоке. В гонку ударила премьер-министр страны Янглак Чинават. Туристы, побывавшие в Таиланде, когда возвращаются домой, обычно рассказывают о традиционном тайском массаже, расхваливая его. Этот массаж предназначен для расслабления и высвобождения внутренней энергии посредством растяжки и надавливания на мышцы. Его главной особенностью является точечное воздействие. Власти надеются, что подобная акция привлечет в страну еще больше людей, которые едут за медицинскими услугами, включая спа-процедуры и лечение травами. В 2012 году таких туристов в Таиланд приехало около 2,5 миллиона. Ожидается, что в последующие 5 лет оздоровительный туризм принесет в казну страны около 255 миллионов долларов.